Всем привет! Я очень рад объявить о начале первого чемпионата Кубка в моей стримерской карьере. Итак, какие же будут условия и вообще где взять подробности, где оставлять заявки на участие? Первое. Нет никаких ограничений по ОС, онлайну. Да вообще ни почему нет ограничений, просто оставляйте заявку, я ее рассматриваю. Соответственно, этой заявкой вы подтверждаете, что можете быть онлайн 19 и 20 октября в 17:00 по Москве. Навряд ли время будет сдвигаться, но максимальный там плюс-минус час оно может сдвигаться в зависимости от обстоятельств стримера, если что-то будет не получаться. Итак, даты проведения — это 19 и 20 октября в 17:00. Будет либо одна, либо две катки в день, то есть Бермуды и, соответственно, Чистилище. Как начисляются очки? Будет, соответственно, таблица с распределением по никам, все как на битве ютуберов, но с большим приоритетом в киллы. За один килл будет даваться 50 очков, за один ранг выживания 25 очков, за одно место выживания. Соответственно, получается, если вы сделали 10 киллов, у вас 500 очков, если вы заняли топ-1, то это 1200 очков. То есть топ-1 не гарантирует топ-1 на турнире с нулем киллов, например. Какие награды будут на турнире? С 6 по 10 место бесплатное добавление в друзья, бесплатное добавление в гильдию. Если вы в гильдии, то по желанию назначение офицером. Это такие поощрительные призы на ваше усмотрение. Топ-5 будет 100 алмазов плюс ваш бонус на Гарена Шоп. Топ-4 — 310 алмазов плюс ваш бонус Гарена Шоп. Можете на любой аккаунт, ходите на новый, ходите на другой, который не участвовал в этом турнире. Но если вас новый взяли, то я могу любой из ваших аккаунтов пополнить по ID. Третье место — это ваучер на неделю. Второе место — это 2 ваучера на неделю. Можете разделить между своими персонажами. И топ-1 это ваучер на месяц. Итого получается почти 4000 алмазов. Где подавать заявки, я оставлю в прикрепленном сообщении к этому видео. Все. Участвуйте. Всем удачи.